Там, где болит, представляете, будто вам приятно, и вы испытываете приятное чувство. Таким образом расфокусируйтесь. А это уже Шива Тантра. Помните, я говорил, найдите чувство, когда вам приятно, смотрите, перенесите это чувство, где у вас болит, и ощутите, Uh, у меня был такой случай, я ехал в Черногорию, у меня очень разболелась 12-перстная кишка, была язвенная болезнь когда-то, и произошло обострение такое осеннее. Uh, и в, в самолете разболелась, я не принимал никаких препаратов, но все время использовал вот этот метод. Я представлял, будто в том месте, где у меня особенно сильно болит, я там ощущаю особенно приятное чувство. Это очень быстро помогло. Но опять-таки это подходит только тем, кто тренирует свою концентрацию, тренирует свое, наверное, на, наверное намерение, ну насколько это возможно, занимается медитациями. Буддизм, что в буддизме говорит о, что буддизм говорит о целительстве. Отбросим сами идеи буддизма который говорит что э, причина создает следствие в виде заболеваний потому что э, я так не считаю потому что скорее всего одной причина причина одна не может быть